Ручка для проверки его. Видите, модель великолепно держится на воде и выруливает на точку взлета. К сожалению, ветер у нас сейчас идет от берега, поэтому взлет будет происходить на нас. Ну или близкое положение. Уважаемые друзья, я не слышу вашего смеха. Аплодисментами Андрея Шевцова. Это наш гость из Москвы. Отлично! Модель первый раз поднялась в воздух. Все отлично. Делает первый пробный круг. Обратите внимание, модель имеет раскраску в тон неба и облаков, тоже сине-белую. Великолепно смотрится на фоне нашего озера и окружающего пейзажа. Набор высоты. Перевернутая бочка. Проход. Медленная бочка восходящая. Маленькая петля и штопор. Обратите внимание, как красиво штопорит модель. Поддержим аплодисментами. Великолепный полет Андрея Шевцова. Полупетля. Полет на ноже, обратите внимание. Это потрясающе. Учебная модель Piper Cub на поплавках делает фигуру на ноже, которая доступна только акробатическим самолетам. Это очень сложная фигура. Вот сейчас начался экстремальный пилотаж. Энерговооруженность модели позволяет модель контролировать в любых положениях в воздухе. Модель очень устойчива в полете и не сваливается даже при самых экстремальных эволюциях. Андрей, соблюдаем летную зону, пожалуйста. Летаем не над зрителями. Обратный штопор. Очень красивая фигура. Низкий пролет на высоте 3 метров. Сейчас будет пролет на маленькой скорости. Сейчас будет выпущена механизация крыла в виде закрылков. И полет будет на минимальной скорости. Вы обратите внимание, насколько устойчива модель. Вот сейчас выпускаются закрылки. И модель летит практически с пешеходной скоростью. Браво, Андрей Шевцов! Модель практически зависает против ветра и набирает высоту. Медленная бочка.
девочка. Заход на посадку. Имитация посадки. В спортивном комплексе эта фигура называется перелет при посадке. Это называется конвейер. Сейчас модель заходит на посадку против ветра. И все готовятся встречать овациями приземлившуюся. А, нет, конвейер это когда садится уже. Когда садится и опять взлетает. А видишь, пищит, у него аппаратура запищала. Великолепно, полная иллюзия настоящего самолета. Модель приближается к нам. Главное касание просто блестящее. Браво, Андрей Шевцов!